Источник бесперебойного питания TripLite AVRX500UD является представителем линейки сверхкомпактных моделей. Данное устройство ориентировано на обеспечение надежной работы в условиях нестабильной питающей сети компьютеров и оборудования небольших сетей, включая домашние, камер видеонаблюдения, компонентов домашних кинотеатров и другой техники. К рассматриваемой модели можно подключать нагрузки с суммарной мощностью до 300 Вт. Особенностями ИБП являются линейно-интерактивная топология с функцией автоматической стабилизации напряжения, форма выходного напряжения при работе от батареи, аппроксимированная синусоида. При отключении сети переменного тока встроенная батарея должна обеспечить питание половинной нагрузки в 150 Вт в течение 4 минут и до 4 секунд при полной нагрузке. Светодиодная и звуковая индикация. Высокие КПД более 95% способствуют уменьшению тепловыделения и энергопотребления. Подавление выбросов напряжения с поглощением энергии до 156 джоулей и фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех, которые могут вызывать нарушение нормальной работы оборудования или потерю данных. Контакт для заземления оборудования. Способность выдерживать перегрузку в пределах 10% в течение 5 минут. Защита от значительных перегрузок с помощью автоматического выключателя на входе. Возможность холодного старта, запуска в режиме питания от батарей во время отключения электроэнергии. Плоский компактный корпус позволит размещать устройство не только на столе или под столом, но и закреплять на стене. Источник оснащен 12-вольтовой свинцово-кислотной необслуживаемой батареей с номинальной емкостью 4,5 ампер-часа. Для подключения нагрузок предусмотрены 4 выходных розетки типа «Шука». Они расположены на верхней крышке, что делает весьма удобным доступ к ним при любом варианте размещения источника. Все они обеспечивают подключенное устройство батарейным питанием и защитой от импульсных помех. Источник бесперебойного питания TripLite AVRX500UD успешно справится с защитой и обеспечением непрерывной работы вычислительного, сетевого, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования у домашних пользователей, в небольших офисах и на предприятиях малого бизнеса.